Всем привет! Мы сейчас с вами идем на пляж Дельфин. Но прежде чем туда пойти, хочу показать вам вот эти вот циферки. Ну, время московское вы и так разберетесь. И температура воздуха 15,5. Как вы знаете, пол градуса я всегда убираю. Ссылаясь на то, что это все-таки температура добавляется автомобилем полградуса. Что-то тебе букву R опять перестал выговаривать, а? Или может мне казалось, что я начал выговаривать? Обратим еще разочек внимание на улицу Белинского. Ну как вам? А? Я не знаю, какие это деревья, Сергей. У меня все время спрашивают, я не знаю, что это за деревья. Но они вот такие вот. Привет, привет. Но они даже в ноябре зеленые. Я не знаю, почему такое бывает. Конечно же, они упадут, но где-нибудь там уже. Может быть, в январе, не знаю. В общем, все классно. Ну а теперь на Дельфин. Замуровали демоны. Специально. Будем обходить. Про пляж Дельфин вам рассказывать ничего не буду. Вы сами все прекрасно знаете. Один из самых больших. Один из самых красивых. Один из самых набережных. Ну, я имею в виду с набережной. В Лазаревском. Все близлежащие улицы. В принципе, как и везде, близлежащие улицы около моря, естественно, его посещают. Знают, ценят и любят. Здесь, похоже, сейчас происходят какие-то такие вот непонятные работы, точнее понятные работы по благоустройству, естественно. Еще раз обращаю ваше внимание, ребят, вчера в якорной щели сбила девочку, 14 лет, в ушах были наушники, музыка, ну и вот, к сожалению, с летальным исходом, поэтому следите, если уж переходите железнодорожное полотно, не установлены для этого места, то внимательно следите, смотрите вправо-влево. Ну а здесь, как видите, идет реконструкция, сейчас, видимо, зимний период. Черноморская камбала и барабуля продаваться не будут с пивом, но зато на следующий год вы обязательно здесь отведаете эти вкусные блюда, да еще совершенно другой обстановочки. Красивой, четкой, современной. Ну, в общем, я думаю, что вас порадует. Вся тенденция идет к тому, что владельцы пляжей и заведений стараются поднимать эти заведения на уровень, как вот мы заметили, пляж. Как он уже в отдельно выделенный пляж Тушканчик. Теперь вот здесь рыбачок будет тоже. Запомните его таким некрасивым и страшным. Посмотрим, какая будет красота весной. Ну а гость нашего сегодняшнего обзора, естественно, пляж Дельфин и море. Преимущественно море. Море сегодня красивое. Замечательное. И слегка хотела подмочить мою репутацию. Но я вовремя скрылся. Людей на пляже практически никого. Подождите, это головы или буйки? Я начинаю теряться. Нет, наверное, все-таки буйки. Думал, что кто-то плавает. Загорающие есть. Есть вот там вот в конце пляжа, ближе к хижине. Но я уж туда не пойду. Как оно ко мне приходит. И все-таки намочило мне куртку, которую я снял из жары. Температура вы видели, плюс 15. Погодка классная. Несмотря на то, что утром было всего ничего, там 5 градусов.
Пойдемте. Как я обещал моим московским подписчикам, прогуливаясь по пляжу Дельфин, я буду стараться заходить на этот мыс Доброй Надежды и заходить. И тут не ронять. И оттуда вам чуть-чуть что-нибудь это показать. Тут уже практически неполноценный, но такой обзорчик пляжа получился, один дневной. Вообще, конечно, чтобы сделать полноценный обзор по пляжу Дельфин, надо сходить туда к хижине, посмотреть, что там сломали, не сломали. Потому что по моей версии изначально было, что это пляж волны размыли. Но меня потом поправляли ребята, говорят, что это сотрудники самостоятельно его вроде дербанили. Пока он сам не упал. Так что, если вам интересно, пишите в комментариях. Не что ж яички-то обсуждать, да? Ну, честное слово. Обратите, кстати, внимание про этот, на этот ролик, там, где вот нечаянно я вот в комментариях с телефона писал, 109. Сколько комментариев там сразу появилось. Рекордное количество. Итак, блин, у меня сегодня два дневных обзора. Один я придумал для одного канала снять, другой для другого. Ну и тут на Фламинго. Хотя посмотрите, если что, на втором канале про пляж Фламинго, на канале Ладожская, я это тогда оставлю, так как он большой. Такие впечатления, что это новенькие такие, да? Вам не кажется, что их новенькие здесь поставили относительно недавно на нарезке? Этот обзорчик получился, да, такой увесистый. Рыбаки сегодня в море не выходили. Вот их шхуна. Баркас. Море здесь вот как-то грязнопенное такое. Ну, чуть-чуть покажу вам пляж Калипсо. О, господи, какой Калипсо, что же я несу-то, а? Пляж Свирский. Ох ты. Красота. Там тоже, но пока еще я не наблюдаю таких глобальных работ серьезных. Но думаю, все будет. Дай бог, чтобы разрешили людям. В общем, такая ситуация. А тут под старинной египетской технологии вбивали кол, заливали его водой. Он расширялся и вот ломал бетон. Наверное, это тоже так сделано. Шучу, конечно. Ну что, вот такой вот пляж Дельфин сегодня, 11 ноября 2021 года. Все тихо, спокойно. Ну, практически нет людей. Там он вначале есть. Немножко. И я тут с этого края. До поддержки баланса и равновесия. Всем пока. Всем привет с Дельфина. Побежал. Тут даже ноги, походу, мочат. До новых встреч.